трасса 101. Приветствую, в эфире трасса 101. Владимир Сметанин не нарушает. Почти. С начала года бензин в России подорожал на 3 с небольшим процента. Дизтопливо почти на 3%. По данным Росстата, средняя стоимость литра 92-го сейчас составляет 36 рублей 44 копейки. 95-го – 39 рублей 66 копеек. За последнюю неделю рост стоимости автомобильного топлива был зафиксирован в 42 регионах. К концу лета, говорят эксперты, бензин прибавит в цене около рубля. Трасса 101. Центральный банк предложил по-новому исчислять стоимость ОСАГО, исходя из возраста и стажа водителя. Так, автомобилисты в возрасте до 24 лет со стажем до 3-4 лет могут получить максимальный повышающий коэффициент – 1,8. То же самое с водителями в возрасте от 25 до 29 лет со стажем до 1 года. Платить меньше за автогражданку, согласно инициативе, получится только после 30 лет при наличии стажа более 4 лет. Здесь предусмотрены коэффициенты от 66 до 99 сотых. Трасса 101. В центре российской столицы на 19 перекрестках появились диагональные пешеходные переходы. Пока машины во всех направлениях стоят, пешие граждане могут двигаться, как им заблагорассудится. На переходах уложена разметка из термопластика, покрытая световозвращающей краской с кусочками стекла для пущей заметности ночью. Ожидается, что диагональные зебры появятся и в других крупных городах страны. АвтоВАЗ не верит своему счастью. Спрос на его продукцию в странах Евросоюза вырос наполовину. В первую очередь наших западных соседей интересует «Лада Веста». В Европе она продается с двигателем объемом 1,6 литра мощностью 106 лошадиных сил. Экологический класс 6, у нас 5. Кроме того, у экспортной «Весты» иначе настроенный блок управления и система бортовой диагностики. Трасса 101. Toyota Corolla – самый покупаемый в мире легковой автомобиль. Пальма первенства принадлежит ей уже долгое время. Вторую строчку сейчас занимает пикап Ford серии F. Третью – Volkswagen Golf. На четвертом и пятом местах – Honda CR-V и Honda Civic. Далее по убывающей идут Toyota RAV4, Ford Focus, Volkswagen Polo, Volkswagen Tiguan и Toyota Hilux. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте Эхо Кирова и в группе программы ВКонтакте. До свидания. Трасса 101.